следующем году в Казахстане перестанут обменивать старые купюры образца 2006 года. Об этом напоминает Национальный банк страны. А в социальных сетях люди уже шутят, что пора доставать из сундуков все накопления. Это и другие интересные новости в нашем обзоре. Возможность обменять деньги старого образца на новые сохранятся до 3 октября 2020 года, включительно сообщают информагентства в своих аккаунтах. В этот день заканчивается период приема, длившийся 3 года. Несмотря на такой срок, не все павлодарцы вообще в курсе, что происходит. Не читала, первый раз слышу от вас, удивление. А есть у вас банкноты 2006 года? Нет, у меня карточка. Уже нет. А вы уже избавились от них? Уже да. А вы куда, прям в банк ходили, сдавали или как? Да, от него какое-то время в очереди, но вот только с банка иду сейчас. Двухсотки какие-то у нас страшненькие по Казахстану. По 200 тенге, да? Заметили, как тряпочки. Но двухсотки менять не будут. Изъятию из обращения подлежат банкноты номиналом 2000, 5000 и 10 тысяч тенге. В комментариях пользователи иронизируют. Надо заглянуть в сундук. Теперь и копилку детей нужно разбивать. А это эксклюзивное видео нападения на магазин в Павлодаре. На кадрах видно, как мужчина, размахивая предметом, очень похожим на нож, ведет себя, мягко говоря, очень неадекватно. Около 18:40 часов неизвестный мужчина, угрожая продавцу ножом, забрал у него 40 тысяч тенге. Выехавшими на место происшествия следственно-оперативной группой по ориентировке, описанному продавцом, был установлен и задержан местный житель, 38 лет, житель города Павлодара, который был задержан по подозрению в совершении данного разбойного нападения. На момент задержания мужчина находился в изрядном подпитии, то есть в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемый в преступлении был задержан, нож изъят. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 192 Уголовного кодекса «Разбой». Мужчина водворен в ВВС. Помните, в официальном аккаунте телекомпании «Ирбис» в сети Instagram люди просили начертить стоп-линию напротив 9-й школы, где в час пик невозможно выехать со двора. Сегодня павлодарские автолюбители разместили вот такое фото. Их услышали. А линия появилась почему? А потому, что культура вождения к нам только приходит. И пропускать некоторые люди не хотят. Намеренно. До первого снега. Зимой Чокина видели дорогу? Там разметку не видно, не то что линии.